Ну что, доброе утро, друзья. Доброе утро, друзья. Мы чуть очень много спим. И так получается, что мы все просыпаем. Половину светового дня. Точно. Вот. Это, по-моему, уже шестой день. Да, шестой день. И мы сейчас идем в гору, чтобы записать подкаст те минут на 10-15 на вершине горы. Это будет отдельным видосом, я просто хочу записать подкаст на вершине горы с видом на море. Вот. Пока непонятно, какой сегодня будет день, может поедем в другой город, съездим, посмотрим обстановку. Но в любом случае, добро пожаловать в новый день. Ежедневная рутина, она про то, что мы сейчас будем за Рожану чистить зубья. As the mom says, it's very important to brush your teeth in the morning, after lunch, and after dinner, before going to bed. After dicker. After dicker. Oh my god, what was that? Сегодня у нас дорога на вершину. Кись-кись-кись. Кс-кс-кс-кс. Красавец. Так вот, да. Мы идем на вершину. Давно я не поднимался в горы. Ну, вчера, в смысле, но... Вчера это так, на самом деле, это... Уровень... Типа... Школьный. Сегодня уже так... Университетский... Первокурсник. Ну... Чё делать? Надо подниматься. Короче, тема в чем? Нам сейчас подниматься где-то час. Таким дорогам, это пиздец. Это ужас. Да ничего же не видно, да, наверное, ничего-то видно. Вот так вот. Ну, лидские кроссовки — это лайк, если что. Лидские кроссовки — это тема. У нас, как обычно, пошел дождь, вот, ничего с этим не сделать. Так у вас. I need to stay? Короче, вот Джорджа что-то фоткает на фоне вот это вот красотища. Очень дождливо. What the fuck? Вы можете себе представить, что, ну, типа,
Здесь шторм, а мы на горе, блядь. Это просто пиздец, ребят. Просто дичь, что происходит. Опять шторм. Море не видно. Гор не видно. Это не эффект. Это вот мы вот здесь вот сидим. У нас шторм, ураган. Мы с Джорджо. We sitting under the tree. We making the podcast here. We can? Yeah. Nope. What's your thoughts about life? Life is really wet right now. Сейчас успеть к облакам, которые вот там, потому что погода, те облака сейчас по идее должны прилететь сюда, и нам нужно просто быстрее все успеть сделать. Очень сильно испортилась погода, но на руку для классных футажей и так далее. Понимаете, куда мы идем? И нужно спешить, потому что они уходят. Нам нельзя, чтобы они уходили. Как же я хочу умереть. Почти поднялись. Хочу, чтобы это было вот так. Здесь вот я со своими пацанами в 19 году жил вот на этом месте, вот с таким вот видом. Фух. Нашли облака. Летим к ним дальше. Тут вы просто не представляете, что это было, так что просто идем дальше здесь. Здесь дальше еще красивее. Мы уже в облаках, как бы так-то. Thank you.
это дорога наверх. Еще дальше, к горе. Еще дальше. Most beautiful shot of this day. Crossfire. Ебашит пиздец, какой ветер. Я стараюсь хоть как-то закрыть от дождя камеру, она промокла уже миллионы раз. Это просто, мы насквозь мокрые все. Очень сильный ветер. Мы как-то стараемся идти полностью. Спуск обратно, это вообще что-то. У нас адская погода. Мы постоянно в облаках под диким дождем. Посмотрите, во что превратились мои руки. Я полностью мокрый, полностью вообще. Ничего сухого не было. Мы постоянно идем в ахуе просто. Мобиль залило, динамики ни хрена не работает. Мы пытаемся уйти, но зато здесь очень красиво. Дождь вроде уже не идет, но мне кажется, это минут на 10. Время. Главное, говорю, не останавливаться. Потому что если остановимся, мы замерзнем. Прям спустились. Джорджо, how are you? Да, вода просто везде. Просто везде. Ничего вообще с этим не пришли домой, мы помылись, мы сейчас варим пельмени, пьем пиво и пытаемся не умереть, потому что мы пиздец, у нас все мокрое, у меня запотел полностью объектив, полностью изнутри, я сейчас просто ждал, пока он привыкнет к температуре и все будет хорошо. Спасибо Sigma, спасибо Sony за то, что вы можете работать под дождем. Короче, нормальные парни вот сразу после такого конченного трипа наворачивают тарелку пельмешей. Сразу же. Понимаете? Вот. А тут уже фотографии смотрятся. Сейчас все это обрабатывается. Пивко. Джорджо. Бон аппетит. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Приятного.
На вершине горы, про фотографию и вообще про искусство в целом. Вот. Надеюсь, это прикольно. Спойлер, мы ничего не записали, мы просто промокли насквозь, у нас нет вещей, у меня только одни штаны с собой. Мы сходили на ужин, мы постирали по это самое и посушили вещи, но на получим их только завтра. Значит, уже до полпервого ночи, я заканчиваю предыдущий только день, и сейчас сразу же буду начинать сегодняшний, вот, поэтому вот вы видите, в каких обстоятельствах все это делается. До завтра. Увидимся. Завтра целый день дождь, но я думаю, будет весело. Пока.